Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с вами сегодня играем в Hades. Не знаю, как это дело переводится, это рогалик, в котором будем драться с огромным полчищами врагов, с огромным количеством оружия мифического, какими-то богами знакомиться, в общем, там что-то намешано, накручено, вообще вот просто куча всего, написано, что рекомендуется играть с помощью джойстика, мы с помощью него и будем играть, я вот его подключил, вот сел, вот взял его, нажал и нажмем сейчас играть, в принципе. А пустой слот сохранения, никогда в жизни в него не играл, поэтому давайте мы просто начнем, посмотрим. Никакой сложности у нас не было. Мало истории рассказывает об Аиде, еще имя вызывает страх Раскай, напоминая нам о неотвратимой судьбе, которая едина для всех нас. Аид. Я, однако, хочу поведать такую историю, слушай внимательно. Давай, поведай. Слушаю, давай. Валяй. Что делать надо? Я надеюсь, здесь не будет очень много рассказов и просто будет игра. Правда, на джойстике, наверное, будет, правда, удобнее. Драться сюда, это что, это скачок, это что-то такое тоже непонятное. А, видать, это кристаллик какой-то выпадает из меня, это что значит? Ой, так, это вокруг... Вокруг себя бьет. Вот это бьет вот сюда. Направленный, короче, урон. Это прыжок. И, в принципе, наверное, давай тогда бегать. Че, это мне все души надо ломать или что? Не нравится мне только то, что мне нельзя управлять камерой своей. Ой. А я сломал какую-то колонну. Наверное, она... Наверное, нужно ее было сломать, раз я ее могу ломать. Правильно? Я считаю, что если все ломается, значит это нужно ломать. Не, ну, не просто так же сделали это в игре. Добавили, правильно? Правильно. А, РБ продолжить. Что такое РБ? РБ это вот это вот. На джойстике играть мало играю, поэтому... Не судите строго, я не сразу понимаю, на что надо нажимать. Что-то падает и, видимо, падает... Ой-ой-ой-ой, какой. Я ухожу, только попробуй меня остановить. О, делов ты, блядь. Я тебе сейчас надаю таких люлей. Ты мало тебе не покажется. Ну-ка. Делов-то, а? Ну-ка, давай, попробуй еще меня ударить. Догадайся. Ума-то много не надо своей глубины махать. Я тебе сейчас покажу, как нужно. Ну, что такое-то? Так, а вот это вот что значит? Это вот эта кнопочка ничего не делает? Ничего не делает. В этой игре, я так понимаю, просто придется драться. Просто кучу боевок проходить. Кучу бойни и постоянно выбираться с каждого уровня, да? Ну, потому что по описанию, которое я прочитал, ничего ясно не было. Было ясно только то, что можно будет что-то там улучшать, покупать и что-то там... Ну, или не покупать, хуй его знает. Добывать, какими-то богами Олимпа знакомиться, что-то еще делать. РБ принять его. Загрей. Должно быть, это она. Что ж, будь что будет. А именем Аида, Олимп, я принимаю это послание. Давай примем послание. Так, Афина, богиня мудрости, приветствую тебя, благородный кузен. Давай вытащим тебя из этого жалкого места. Я прослежу, чтобы каждый обитатель Олимпа помог тебе и сама начну первый. Божественный удар. Атака становится сильнее, может отражать удары. Урон от атаки плюс 40%. Ни хрена себе. Удар фаланги. Бросок наносит урон врагам в небольшой области и может отражать удары. Это Б на Б. А, это вот это... Ага. Это не очень удобно. А, это что такое? А, это прыжок. Рывок. Урон от рывка. Не, давай мы просто удар сейчас прокачаем, чтобы можно было драться и умирали быстрее гораздо от нас, от наших ударов враги. Что это такое? РБ тоже продолжить. Ну, я понял. Значит, здесь куча генерируемых уровней. Я так понял, генерируются они сами там по себе, когда-то с помощью чего-то и случайным образом. Ввиду того, что там написано, что что-то там уникальным каждый раз будет все это дело. Возможно, это из-за того, что каждый уровень уникальный, а не каждый, так сказать, каждую смерть. Не каждый перезапуск будет уникальным. Не знаю, в общем, мы сейчас посмотрим. Я думаю, умрем мы здесь не раз, так как, ну, рогалик, он в Африке рогалик, тут нужно будет просто кучу раз перепроходить и кучу раз проходить. Ключик какой-то нам дали, что с этим ключиком делать, только непонятно, вот что. Угу. Это что? Ну, подожди, что это такое? Неясно.
Неясно. Мы сейчас решим, значит, что с этим делать. Пока не знаю. Пока не знаю. У каждого выхода своя награда. И что это значит? А как я это... Как я пойму, что это за награда? Тут сердечко, тут копье. Какой-то трезубец. Ну, давай пойдем в трезубец, потому что сердечко там в жопу не уперлось. Давай трезубец. Трезубец, трезубец, трезубец. Опа. Ничего себе. Ей-ей-ей-ей-ей! Куда ты полетел-то? Я не понимаю, как работает эта вот ерунда, которую я бросаю. И, кстати, я не пойму, куда она делась. А, я ее собрал уже. Не заметил. И зачем она нужна такая, если она всего одного врага зацепляет? Не стреляйте в меня, пожалуйста. Я мирный и добрый человек. Если бы вы меня не трогали, я бы вас тоже не трогал. Наверное, если бы, конечно, у меня такого задания не было. Потому что, я думаю, никто нас не выпустит с этого уровня, пока мы не закончим убивать всех наших противников. А противников здесь очень много, я так понимаю, что они с каждым разом все будут сильнее и сильнее. Тогда зачем бы они нужны были бы? А за Грей, пожалуй, рано или поздно он был обязан появиться имени моей Долимп. Я принимаю это послание. И что мне с этим делать? Арес, бог войны, должен признать, ты стараешься как истинный воин, интригующий, но в то же время ничего удивительного для того, кто был рожден в преисподней. Когда выберешься оттуда, расскажешь мне все подробно. Видишь ли, я и сам ученик смерти, молодец. Проклятие боли, урон от эффектов гибели. Нажмите Y, чтобы использовать уникальную атаку своего оружия. Рывок создает вихрь лезвий в точке начала, урон, ага. Следующая атака или особый удар после убийства врага нанесет больше урона. Блин, ну вот это вот, блин, давай пизду, вот, давай вот это еще раз прокачаем, потому что урон от оружия самое важное. О, кстати, вот здесь ключик, наверное, да? Да, ключик, смотри-ка. Использовали ключик. О, никакие, ничего себе, какие большие мужики. Эй, не дерись. А моя атака сбивает их атаки, я так понимаю, потому что... Потому что они, видишь ли, перестают меня атаковать после того, как я его ударяю. Ну, ничего сложного, в принципе, нет. Чё здесь? Чё такого-то? Ща придрочимся, будем вообще самые мастерские ребята. Так, может быть, что-то есть вот в этих вот в кувшинах? Потому что я думаю, что есть что-то наверняка в них. Что-то есть у меня такое предчувствие. РВ продолжить, это стрела, это... В гранат пойду, гранат хочу. Угу. Так. Да вы вообще какие-то бесполезные, ребят. У меня 31 хпшечка осталось. Тут уже грустно выглядит. Потому что всего-то у нас 50. Вот нам бы здоровье максимальное прокачать. И какую-нибудь регенерацию. Я не знаю, есть она здесь вообще такая или нет. Просто если ее нет, то это грустно. Опа! Их защищает броня. Я смотрю, он вообще не сбивается, да? Да, он не сбивается ни шута. Да удайся ты. Все, тебя ничего не защищает. Так что смотри мне. Защищает его, говорит, броня. Тихо, 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 5 хпшечек осталось. Пять хпшечек, это тебе не пальцем это деланный-то, да? 5 хпшек, это очень мало. Мне, что мне с ними делать-то? 5 хп. 5 хп, говорит, на тебе. Мне восстановиться бы немножечко. Вот это было бы здорово. Боевая ярость, уровень 2. Следующая атака или особый удар после убийства врага нанесет больше урона на 130%. Божественный удар. Атака становится сильнее. Да, давай атаку прокачиваем. А, нажми налево, чтобы узнать о дарах. И чё? Это куда я нажимать-то должен? Не понимаю, что-то я. Подожди. Это не то. Это тоже не то. Вот. Так это не эта кнопочка-то, это бэк. А, это бэк, блядь, а чё она мне не такой формы? Ладно. Боевая ярость, особый удар, отражение. Мне хпшечку бы где-нибудь найти, ребятушки. Ребятушки, мне бы хпшечку найти, прям малость, прям маленькую малость бы найти хпшечки бы.
А то очень грустно это все выглядит. А зачем я их ломаю, если от них толку никакого нет? Ничего не выпадает, ничего не нет, самое. Пойдем туда. Восстановите мне здоровье, пожалуйста. 5 хп, 5 хп, это так грустно, так грустно. Ведьмы, ведьмы. Найти бы мне хпшку бы. Вот была бы ведьма, блядь. Вот это было бы здорово. Хп бы прям не помешало сейчас. Да, я же говорил, не помешало бы. Ах, отсюда не сбежать. Не сбежать, я так и понял. Ой, давай, давай, заново загружай. Я не хочу, что вообще заново играть. Подожди, сейчас на бэк нажму. Дом Аиды. Я верю, что это дом Аиды. Дай мне бэк. Подожди, я что, заново, что ли, совсем начал? Поговорить. Добро пожаловать в дом Аида, где... Подожди-ка, я тебя знаю, похоже, ты умер. Да не печалься, практически все однажды умирают. Спасибо за утешение, моя хорошая. Но я хочу узнать, как мне продолжить. Ай, глупый мальчишка, я же говорил, что никто не уйдет отсюда ни живым, ни мертвым. Что же, как прошла ревизия моих владений? Приветствую, отец. А, это мой отец, что ли? Ревизия прошла чудесно. Спасибо, что спросил. Я, пожалуй, вновь отправлюсь в путь. Сейчас я прям 5 секундочек и продолжим. Рот весь пересох. Иди, иди, мне так, у меня-то какое дело. Ты все равно никогда не выберешься на поверхность. Ступай, сам увидишь. Падла такая, блядь, батенька такой вообще, конечно. Расслабиться. Нет, расслабляться нам нет времени. Мне бы найти... Ты вернулся домой, мне бы найти хпшечку, где подбирать. Не отчаивайся, дитя, неудачи неизбежны, предать их можно лишь со временем, с большим упорством, ладно. Не хочу тебя слушать, Никто, отстань. Куда я побежал? Привет, комната, я вернулся. А что мне с этой комнатой делать? Оглядеть. Ладно. Отдохнуть, не отдохнуть, мне играть-то где? Окей. Разблокировать оружие можно. Ничего себе, ты смотри-ка. Открыть можно за один ключик. Вот и это можно за один ключик. Это можно... Это можно лишь про... А, три ключа. Ну давай вот это откроем. Нам же дали уже его. А, Каранах, ищущий сердца. Пора убивать. А как его переключать? Нажми X во время рывка для атаки после рывка. Не понял, как я должен... А что мне с тобой нужно делать? Поговорить с тобой? Скелли, а жилье у тебя ничего, малец. Меня звать Скелли, как твои делишки. Но хватит разговаривать здесь по делу. Давай задай мне трепку, покажи, на что ты способен. Ха-ха, дружище, я свои источники так просто не сдаю. Попробуй выбить из меня. По-моему, это какое-то бесполезное оружие. Все? А, он больше не разговаривает. Да, это я понял. Так, взять вот меч. Подожди, а меч? А, 20-25, а этот побольше получается, да. Смотри, 50, 50, 60. Хорошо, нажми X во время рывка для атаки после рывка. Я понял, как это работает. Ладно, пойдем. Где у нас здесь уровни-то? Как в уровни-то пойти? Как в этом ориентироваться? Я не понимаю. Я справлюсь, говорит, я справлюсь. Мне бы это с топографическим кретинизмом со своим справиться, а потом уже с игрой. Куда бежать-то? Пойдем обратно. Мы взяли лук этот со стрелами. Забыл уже, как он называется, но не... в этом нет особой разницы, как он называется. Главное, чтобы он хорошо стрелял. Где играть? Ребята, ребята, помогите мне, пожалуйста. Ахиллес, рад тебя видеть, парень. Несмотря на обстоятельства, не забывай, чему ты здесь научился, говорит нам Ахиллес. Боль смерти всего лишь одно препятствие. Ладно, все, не грузи меня своей лирикой и, пожалуйста, прислушаться. И что мне теперь делать? Просто сидеть здесь? Причина смерти — водопад.
Как так можно было водопадом-то умереть? Че это такое? Все и заперто, расслабиться. Куда идти? Куда я заблудился, блядь? Что делать-то? В кровь меня обратно? Нет, в кровь меня не пускают. Подожди. Если я... Нет, туда мы уже ходили. Как начинать-то? Продолжить настройки управления, сдаться. Эта кнопка не работает. Поговорить с батьком. У меня адская гора документации горит нам. Так, что это такое? Погладить можно. ЛТ, что такое ЛТ? Вот оно, ЛТ. Хороший мальчик. Ищи жалость где-нибудь еще, говорит нам Аид. Ладно, пойдем. Я думаю, что идти нам больше некуда, кроме как вот сюда. Ну, по крайней мере... По крайней мере, я так думаю. Размышлять, отдохнуть, блядь. Играть где здесь? Сюда идти? Сбежать. Может быть, сюда все-таки? Или это выход какой-нибудь? А, нет, ни хрена не выход для... Как все сейчас получится у нас. Гром. Это... И чего? Это действительно он? Хорошо, имени Маида. Олимп, я принимаю это послание. Что делается? Приветствую тебя, юноша. Знаешь, с твоим отцом всегда было непросто, и он уже довольно давно не посылал даже весточки о себе. Тебе будет лучше на Олимпе. Здесь твой настоящий дом, и мое благословение поможет тебе в пути. Спасибо, Зевс. Атака создает цепную молнию при нанесении урона врагу. Это удобно. Это хорошая штука. Это на X, да, это обычная. Особый удар бьет ближайших врагов разрядами молний. Это вот это. Блин, вот это еще лучше. Бросок становится клубком цепных молний, рикошетящих между врагом. Врагов. Так, вот это давай. Вообще, слушай, на дальняя атака это самое лучшее, что можно было придумать в играх, потому что ты, по сути, не подпускаешь к себе никого, и ты просто стреляешь издалека. Вот так вот, просто вот он стоит там. А, он ближе не подходит, сука такая. И он отходит от меня еще все время. Ну-ка. Но целиться было бы удобнее, конечно, на этом. На мышке. Да ёб твою мать, я отбежать хотел же. Получить 12 чего-то я, каких-то кристалликов фиолетовых получаю. Не знаю, что это за кристаллики. Возможно, они что-то нам... Куда ты выкинул-то ее? Оставь. Что это за столики? Столики ничего не делают, да? Ничего не делают. Ладно, продолжить. Сейчас мы поиграем немножечко, еще минуток 10, и, возможно... Я не знаю, буду я проходить или нет, и, возможно, ли вообще здесь пройти так быстро или нет, или здесь ее нужно прям задротить. Но, я думаю, поиграть мы поиграем. Одну-две серии, возможно, будет. Но это-то точно выйдет, а вот следующее не знаю. Вот это удобная штука. Она поливает прям только в путь. Получить 25 здоровья. А, 25 плюсом дали, да? 25 плюсом дали, смотри-ка. Куда? Да кошки под муда, пойдем вот. Нет, тут за ключик. Пойдем сюда лучше. Будем поливать издалека просто вот этих ребят, потому что мы можем так делать. Потому что так безопасно. Смотри, как все просто получается. О! Ой-ой-ой, тихо. Не дури. Не дури, давай. Проблем не придумывай себе. Получил 12 кристалликов. Возможно, это уже тоже все на этом уровне, да? Да, смотри-ка. Как быстро мы все проходим, а? Вообще все на изи проходится. Вот с этим луком это вообще прям все. Это сказка. Ты пустое место, говорит нам. Не нам, а черепу этот главный герой. Забыл, как его зовут, кстати, уже. Не-не-не-не-не-не. Ты меня давай не бей. У меня здоровье побольше дали. Мне теперь ничего не страшно.
Ну-ка, давай, не придуривай мне тут, ничего, не ломай меня. Все, Опа! Не-не-не! Ты не на того нарвался, я вообще тебя сейчас накидаю, вот и все, и будешь знать. Владычица Афина. Твой отец Аид и мой отец Зевс уже давно не общаются, и Зевс отказывается объяснять причину. Что-то произошло между ними, возможно, ты знаешь больше, чем я. Да ничего я не знаю. Бросок наносит урон врагам в небольшой области и может отражать удары. Это на Б. Не, рывок наносит урон. Так, когда ты получишь урон, все враги вокруг тебя тоже получат урон. И временно активируется эффект отражения. Вот это вот удобно. И это очень полезно. Потому что урон я буду получать очень много и очень часто. Я себя знаю. Купить, что такое купить? За монетки можно что-то покупать. Во, вот это хорошо, слушай. А это что такое? Используй для ремонтных работ, подрядчика, дома и обмена. Нет, давай мы купим вот себе здоровье лучше и пойдем дальше с спокойной совестью, так сказать. Потому что постоянно переживать, хватит ли нам здоровья или не хватит, это... А он сам целится. Правда, сам целится, ты видел, не? О-о-о-о, ничего себе, ты видел, как быстро все это разлетелось? Вообще, просто падают все, просто падают. Получить 100 монеток. Я богат просто, я богат. Ребята, я богат. И как хочешь, так и думай. Зачем я это ломаю? Что-то же это, наверное, дает. Или может давать. Или что-то даст когда-то нам, я не знаю. Может, достижение какое-то тут. Типа скажет, ой, ебать, колотить. Ты сломал 25 миллионов колонн. Гордись собой теперь. Блин, они теперь с щитами. И это меня разочаровывает. Ну-ка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Да я ж тебя не этого, я сам в тебя врезался. Ну, так не должно работать. Когда я сам-то врезаюсь, не надо мне урон давать. Да ёб твою ж налево, ты такой длинный, а? Да умирай давай. Вот это самые страшные пока что враги, потому что они вообще не умирают. Они просто дикие. Они просто, блядь, прыгают на тебя и говорят, все, я тебя убью сейчас. Получить 12 кристалликов каких-то изумрудов, может, я не знаю, что это такое. Чего он сказал? Что-то он сказал. Давай пойдем вот сюда. Ой, как все ярко. Это какой-то адский уровень или что? Нам дадут за него хоть что-нибудь, или мы просто так здесь стараемся? Не-не-не-не-не-не! Ты давай так не делай. Ты не уворачивайся от моих пуль, потому что я не хочу, чтобы ты уворачивался от моих пуль. Я что, просто так, блядь, стреляю, что ли? Ну ты, конечно, молодец. 14 хпшечки осталось, ну! Как грустно-то. А! Сука, 2 хп осталось, блядь. Чё такое-то? Ну. Не-не-не-не, давай бронированного вот это вот, блядь, не бронированного выстрелим. Просто прыгаем, постоянно прыгаем. Бесконечные прыжки будут у нас, бесконечные прыжки. Все, броню сняли с двоих, с обоих, блядь, двоих сняли броню. Может быть, теперь можем их сбивать и атаки. Все, давай, не дури. Не. Давай, кинь. Сука, кинул прямо в тот момент, который я собрался его атаковать. Нет! Да нет! Да не хочу же так умирать-то просто так. Ну что ж такое-то?
Ну, как это называется, блядь? Я его убил же, почти же. Чё, заново, что ли? Я не хочу с тобой даже разговаривать больше. И с тобой тоже не хочу разговаривать. Ни с кем не хочу разговаривать. Я хочу пойти и выиграть этот уровень. А ведь он заново... О, зеркало, чтобы стать сильнее. О, вон оно зачем нужны эти всякие, эти, как их называют-то? Как они называются-то? Я не вижу, как они называются. Ну, вот эти кристаллики, короче. Призрачное присутствие, наноси дополнительный урон, если бьешь врага в спину атакой или особым ударом. Плюс 10%. Восстановление. Восстановление сердечек. Восстанови 50% вместо смерти, когда закончатся все очки здоровья. Не понял. Это как так получается? Один раз за ранг. То есть одноразовое, короче, бессмертие. Ну, не бессмертие, а 50% восстановление. Нет, это бессмысленно. Вот это лучше гораздо. Вот это. Ну и давай вот это прокачаем, потому что, ну, мало ли. Мало ли это помогает как-то, я не знаю просто. Давай еще разочек попробуем пройти докуда, не докуда-нибудь, не знаю, докуда получится сбежать. That looks like a Daedalus hammer. 50 хп опять? У меня же было 75. Мощный выстрел, легче выполнить, и он наносит 150%. Атака наносит 150 урона ближайшим врагам. Заряженный залп. Удерживайте особый удар, чтобы нанести до 250 базового урона, при этом минимальная дальность будет снижена. Максимальная, может, дальность? Ладно. Идеальный выстрел, мощный выстрел. Давай вот этот заряженный залп. А я что, просто так стрелял, что ли? Тут можно держать. Есть, курий. Ты смотри, как он пуляет вообще. Ну, это мне теперь вообще никто не страшен. Я там сглупил, конечно. Вначале сам потерял очень много хпшечки, а потом проходил на все 100%, мне кажется. Кристаллы какие-то. Из них выпадают эти кристаллы, которыми я могу улучшать, нет? Найс, говорит. Да, конечно, найс. Получить 10 кристалликов. Ну-ка. В молнию пойдем. Пойдем в молнию. Я думаю, там что-то, может быть, нам светит. Всех сейчас поубиваю. Вообще, вот это проблем никакой не вызывает. То есть, по одному, если враги есть, то они умирают вообще на раз-два. То есть, они умирают быстро. А когда их двое, успевает один атаковать, другой не атаковать, другого пока ты атакуешь, тебя сбивают атаку вообще. Мух, блин. И вновь мы встретились. Юноша, твои дела меня не касаются. Понятно. Атака создает цепную эту. Особый удар бьет ближайших врагов разрядами молнии. Рывок бьет. Давай вот это вот от особого удара, потому что мы особым ударом только и бьем. Ну-ка. Ключик. Ладно, давай ключик. У меня ключиков не осталось, да, ничего-то? А, осталось. Подожди, это я ключик тут могу найти. О, ты тоже издалека стреляешь, дура. Ничего себе ты придумала, конечно. Ты давай, нет, не приближайся даже ко мне. Я не люблю, когда дистанцию не соблюдают. Так, что это у нас такое? Ключик получили. Я понял, значит, я в тот раз тупанул и пошел просто... Я думал, там нужно заплатить ключиком за то, чтобы войти, а тут оказывается наоборот. Ты заходишь туда, и тебе платят ключиком за победу. Кто бы мог подумать-то, да? Ну, это вообще, конечно, имбовая хренота. Вообще просто... Правда, стрела, я так понимаю, вот это вот пробивает насквозь. Ой-ой-ой. Не стрелять в меня, не стреляйте, ребят. Подожди, ведьма.
Ты чё дуришь-то? Столько лет знакомый, ты меня все равно не принимаешь вообще. Получить 25 здоровья. Ну давай получим, чё ж. А, еще и увеличили этот. То есть это не просто 25 здоровья, это увеличение лимита здоровья. Сколько мы там уже записываем-то? Долго достаточно записываем. Сейчас мы уже будем заканчивать. Удар в спину. Ничего себе. Побыстрее умирают, мне кажется, да. Получить один... одну колбочку с желтой жидкостью. Не знаю, что это такое. О, минометы какие-то бегают. Да ты придумал, конечно, тоже. Хватит кидаться-то. Ой. А где он бегает-то, ёлки-палки, что-то такое? Не бейте меня, я хватит уже, я от вас бегаю и бегаю. А, получить 25 здоровья, сотня здоровья, ёлки-палки, я такой вообще непробиваемый сейчас буду. О нет, опять эти, да? Вот ты где. Кто я, где я, кто, зачем вы за мной охотитесь, что происходит? Тихо, не бейте, не бейте меня. Не-не-не-не-не-нет-нет, не дурите даже. Ха-ха, конечно, придумал ты тоже, блядь. Такой дружок. Умирай давай. Ёб твою мать! Ты смотри, сколько их! Да их тут миллионы! Чё такое? Довольно. Спасибо, блядь. Помиловали. Столько народ-то, ёлки-палки, я еле справился. И, кстати, здоровье мало потерял, ты видишь, да? Это уже радует, что я придрочился немножко и получаю меньше уронов. Вот они, мои любимые дружки-то, а! Конечно, блядь, ага. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так, с одним хотя бы... А, уже у двоих нет брони, да все, делов-то. Ну, конечно. Да, конечно, давай. Догадался тоже, блядь, кинуть в меня взрывчатку. Да, я, блядь, сам на него прыгнул, ёб твою мать. Дебил ты кусок. 50 хп, 30 хп потратил с лишним. 37, по-моему, да, 36. 38, хуй его знает. Принять. Загрей, должно быть, это второй дядюшка. Значит, имени мои, дали бы я принимаю это послание. Ну и хорошо. Посейдон, бог морей. Здравствуй, младшенький Аид. Узнал свою дядюшку? Да, нам предстоит еще много чего наверстать, но начнем с самого главного. Прежде всего, выберись из этого мурого подземного мира. Я попробую немного замутить воду, чтобы прикрыть тебя. Хорошо. Бросок наносит урон врагам в области, отбрасывает их. Это у нас Б, это я им не пользуюсь. Атака и особый удар усиливаются в первые 10 секунд схватки. Любые вознаграждения в залах становятся более ценными. Вот это вот лучше будет всяко. И давайте на этом закончим. Может тут сохранить... Нет, здесь нихуя не сохранится. Ну ладно. Чего? Прогресс... А, сохранен менее минуты назад. То есть, давайте на этом и закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Комментируйте. Всем до встречи в новых видео, в новых сериях даже, возможно, этой игры. Всем пока.